Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для всех. В этом видео мы с вами рассмотрим одну из главных партий 12-го тура супертурнира в Вейконзее, в которой белыми играл американский гроссмейстер Уэсли Со, а черными лидер соревнования узбекистанский гроссмейстер Надербек Абдусаторов. d4 сыграл Со, d5 и после c4 dc. Принятый ферзевый гамбит. Американец играет конь f3 и после конь f6 ставит пешку на e3. e6, слон c4, c5, 2 0. После а6 создается позиция, в которой у белых очень богатый выбор. Американский гроссмейстер отдает предпочтение взятию dc. Вот какой интересный и остроумный комментарий дается к этому ходу в книге Раецкого и Четверика, посвященной принятому ферзевому гамбиту. Разменный вариант, применявшийся в частности с Пасским, никогда не считался амбициозным. Подавляющее число партий завершается здесь миром. Но в матче на мировое первенство против Каспарова 2000 год Крамник открыл в возникающем окончании новые горизонты. С виду ничейный эншпиль с одним-двумя лишними темпами у белых в действительности вполне игровой. Его можно считать равным, но равенство еще не ничья. Так играют не романтики Андерсены, а сухари Андерсены, любители выжимать победу из микроскопических плюсов. Действительно, в начале 2000-х 14-й чемпион мира Владимир Крамник неоднократно белыми применял этот, казалось бы, непритязательный вариант и добивался весьма неплохих практических результатов. В знаменитой четвертой партии матча против Каспарова был сделан ход ферзь бьет d1, который сохраняет за черными право рокировки, но в то же время дает белым дополнительный темп. Но в нашей партии Абдусаторов сразу сыграл слон бьет c5 и после ферзь бьет d8 забрал королем. Да, здесь у черных нет рокировки, но она им не особо-то и нужна. Все же на доске, хотя и многофигурная, но окончание, в котором присутствует тенденция дальнейших разменов фигур. Слон Е2 играет в С лесо, заранее отходя от удара Б5. Король Е7, конь БД2, слон Д7. Б3 играет американец и после слон Б5 ставит коня на С4. Конь БД7, конь Д4. Все это раньше уже встречалось. В партии кашгалеев Эдуар 2008 год черные зашли конем на Е4. Но в нашем поединке Абдусаторов играет ладья HC8 предлагая сопернику разменяться на b5. В случае взятия на этом поле у черных появляются сдвоенные пешки, но они продвигают одну из этих пешек на b4, надежно фиксируя белую пешку a2 и принимаются ее атаковать. Поэтому со осторожно играет слон b2, но Абдусаторов сам меняется на c4 и играет ладья c7. Два слона белых здесь не могут развернуться, Дело в том, что у черных фигур, прежде всего коней, есть несколько прекрасных опорных полей в центре. И после ладья fd1, ладья ac8, король f1, слон b4, уже черные получают небольшое преимущество. Белым нужно играть очень внимательно. Ладья ac1, конь e4 и после конь f3, прикрывая поле d2, b5 играет на дербек. Все-таки белопольный слон белых попал под удар этой пешки, он отошел на d3 и конь c3, вилка, которая заставляет белых отдать одного из слонов. Взяли, забрали, король e2, конь f6. Черный конь идет на поле d5. Чувствуется, что именно у черных свободная и достаточно простая игра, а белым все время нужно быть на чеку. К тому же, со пока что не может перехватить вертикаль c Конь d2 играет он, конь d5, конь b1. Вот так, со выжимает ладью черных с поля c3, играет слон e4, конь отходит, слон d3. И посмотрите, абдусаторов не повторяет позицию, возвращая коня на d5, а играет h5, h3, e5 и a3. Белые очень аккуратно отгоняют фигуры соперника ходом король f3. Не дает на e4 пешке стать в с лицо но другая черная пешка идет на четвертую линию. Белые играют а4, взяли, забрали. Возможно, черным все-таки стоило в этой позиции увести пешку из-под боя, сыграв а5, на что белые, конечно, ответили бы ходом конь d2, поддерживая примерное равновесие. Но все же черные могут здесь продолжить играть на победу. В партии же Абдусаторов сыграл более идейно. Он пошел слон b4, ограничив белого коня, стоящего на начальной позиции, но отдал пешку а. Поставил пешку на e4 с шахом, вторгся ладьей, но, к сожалению, после отхода короля на f1 у черных ничего конкретного нет. Да, за счет активности компенсацию за пешку они получили, но не более того. Конь d7, слон e2, f5 и a5. Нужно уже забирать и конь вырывается на свободу. Становится на b5, g6 и конь d4. Наконец белый конь нашел себе опорное поле. Черный становится на e5, f4 играет в Слесо. И после взятия на f3 соперники согласились на ничью. Тут белые могут забрать пешкой, конем. Слоном, наверное, не стоит из-за конца 4. В любом случае будут массовые размены. Позиция упрощается и ничья становится неизбежной. Вот так миром закончилась эта партия. И этот результат, конечно, на руку Надербеку Абдусаторову, который продолжает лидировать. Пока что полное турнирное положение перед заключительным 13 туром еще неизвестно. Мы подведем промежуточные итоги в следующем видео, в котором речь пойдет о захватывающей партии Магнуса Карлсона против индийского Вундеркинда Рамишбабу Прагнанадхи. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание, до свидания.